Историческая победа, одержанная Азербайджаном во Второй Карабахской войне, продолжает менять ход процессов на огромном геополитическом пространстве. Этот аспект активно анализируется на различных уровнях. Грузинские эксперты также отмечают, что, положив конец оккупации, Азербайджан создал новые реалии в регионе, и весь мир должен считаться с этим. Нет альтернативы мирному сосуществованию на Южном Кавказе. Прошел год с восстановления территориальной целостности Азербайджана. Это был важный вопрос не только для Кавказа, но и для всего мира. Сегодня под руководством господина Ильхама Алиева в Карабахе ведется реконструкция. Очень радуюсь, что грузинские компании поддерживают Азербайджан в этом процессе. Верю, что впредь и Армения поддержит процесс установления мира на Кавказе. Однако, к сожалению, вокруг есть силы, препятствующие этому. Я был уверен, что будет война. Было ясно, что никакие мирные переговоры не принесут результата. Проблему можно решить только военным путем. Мои ожидания оправдались. Азербайджан смог восстановить свою территориальную целостность за 44 дня. Это стало образцовым событием 21 века. Эта война значительно отличалась от предыдущих своей методикой и тактикой. Будущее поколение необходимо научить этой тактике. Господин Гамали всегда осуществлял процесс строительства независимого демократического государства в Азербайджане по восходящей. Это продолжается сегодня. Я поздравляю азербайджанский народ с этой победой. За этой победой стоит не только военная мощь, но и политическая и дипломатическая сила. У нас с Азербайджаном всегда были дружеские отношения. Мы хотим снять фильм о боях в Карабахе. Сюжетная линия фильма уже готова, и мы обратились в посольство Азербайджана в Грузии по этому поводу. Надеюсь, что скоро этот фильм будет снят. Грузинские эксперты говорят, что за этот год во время поездок в Карабах стали свидетелями ужасающей картины оккупации. Я побывал в Карабахе и видел все своими глазами. Картина страшная, все разрушено. Армяне и не думали жить там. Азербайджан вернул свои земли, то есть вернулся истинный хозяин этих территорий. Уже год ведутся восстановительные работы. За 8 месяцев построен аэропорт. У Азербайджана есть силы сделать это, и Карабах сейчас расцветает. Как отмечают и эксперты, Азербайджан стремится не к противостоянию с другими странами, а к мирному сотрудничеству. Шахсмаил Шаммедоглу, Выгар Алиев, Сабин Алиева, Грузинское бюро азербайджанского телевидения, Тбилиси.